Дамы и господа, представляю вам участников поединка в синем углу, боец из города Воронеж. Ему 27 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, 400 граммов. Профессиональный рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Представляющий бойцовский клуб Fight Baza, Александр Кирьянов. Его соперник в красном углу из города Новосибирск. Ему 26 лет. Рост 177 сантиметров, вес 70 килограммов, 500 граммов. Представляет бойцовский клуб «Белый лотус» и команду «Рубоксинг». Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Алексей Кеманов. Рефери Вячеслав Перский. Бойцы на середину. Так, мужчины, внимательно слушаем мои команды. По затылку, по спине не работаем, за клетку и экипировку не хватаемся. Все время себя активно защищайте. Все ясно? Да. Руки пожали, если хотите, по углам. Хорош, Вячеслав. Ну и традиционно послужные списки, возраст, рост, вес бойцов на год. Судья, младший Алексей Кеманов. Боец готов, первый раунд, бой! Ну и считается таким начинающим проспектом, поражения не имеет. Ух ты! Отличный удар с разворота. Хороший начинает Кеманов, да, очень настроен, видно, Алексей. Там, но у Кирьянова у самого есть хорошая очень, да, база ударника. Занимался он и карате, и многими единоборствами. Хорошо опять. Заряжен Кеманов, это видно. Но у Александра Кирьянова такая интересная история. Все свои поединки он закончил досрочно. Лоу-кик от Кирьянова. Ну и, ох ты, отвечает удар с разворота Кирьянова. Опасная пятка туда чуть-чуть не залетела под локти. Но пока ребята хотят поработать в стойке. Я так понимаю. Ух, попадает сейчас слева Кирьянов. Кирьянов набрал нужную для себя дистанцию, начинает чувствовать на ней комфортно. А вот Кеманов чуть-чуть снизил снова давление. С разворота от Александра Кирьянова пошел вперед Алексей Кеманов. Ух ты, Кеманов пытается поджать клетки. Первым перевести ситуацию в партер Алексей Кеманов. Давайте смотреть, как умеет защищаться от тейкдаунов, соответственно, Александр Кирьянов. Контроль головой. Смотри, будет разворачивать. Внимательно, держи. Ногу не лезь. Не лезь в ногу. Работай тут. Вот. Да, колено да, от Алексея Кеманова. Ну, кстати, ноги не очень широко стояли вот секунду назад у Кирьянова. Но вот, видимо, нет такой основательной борцовской базы у Алексея. Так уже мог бы бросить. Ну да, Кирьянову нужно разворачивать соперника. Соответственно, к сетке разрывать клинч. И пока со стороны Кеманова контроль. Пытается здесь Кирьянов разорвать, но Кеманов пока его контролирует здесь у сетки. Колено от Кирьянова. Боковой справа от Кеманова. Колено в бедро от Алексея. Еще одно. Вот прошлый турнир, вспомни, поединок Алчонова и его соперника. Да. Примерно да. То же самое. Алчонов его максимально плотно поджал. И тогда в таком не очень зрелищном, но все же выиграл. В победном для себя поединке. Вот, разорвал наконец-то Александр Кирьянов. Клинч. Ух ты, красиво. Да, и вот это каратистская карате. Да? Нельзя стоять здесь с Кеманову нисколечко. Ему нужно постоянно поддавливать. Это просит с него секунда. И снова пропускает. И там уже сразу рассечение появилось на носу у Кеманова. Мне кажется, это даже такая небольшая травма. Поэтому, собственно, он, понимая, что стойки не очень, все-таки провел тейкдаун. И здесь... Очень сильное кровотечение там пошло из носа у Кеманова. И мне кажется, там достаточно серьезное повреждение носа. Но при этом пока остается в бою. Ну, давайте смотреть, что умеет Кирьянов в партере. В стойке он показал себя очень неплохо. Ох, да, там у Кеманова ситуация. Да, рассечение на переносице. Такое достаточно серьезное кровотечение сразу же там обострилось.
Вячеслав Перский, рефери этого поединка, находится очень близко. Смотрит внимательно. Вот отвечает сейчас вот такими молоточками Алексей Гемонов, но тем не менее встать пока не получается. Хотел было сам провести тейкдаун, но там сконтрил Кирьянов. Мы видим, что Александр уже сверху. О, какие боковые тяжелые сейчас пропускает Алексей Гемонов. Надо работать, Саш. Вот, вот, вот. Да-да, ногу оттаскивай. Вытащи ноги. Да-да-да. Обойди, обойди. 40 секунд. И поднимаются в стойку бойцы. Так благородно дал подняться сопернику. При этом все лицо занято кровью такое, да. Кровотечение серьезно идет из носа здесь у Гемонова. Вот там и шея вся уже в крови, как будто, знаешь, пострадал от вампира. Такое ощущение. Алексей Гемонов, но это не так. Попытка Литка перевести в партер. И она удается, но не совсем. Опять контрит Кирьянов, но в партере не остается сам. Решил немножко так поработать по ногам здесь Кирьянов. Даст подняться соперник или нет? Пока не дает. Не дает подняться. И продолжает обстреливать ноги. Боец готов? Боец готов. Второй раунд. Погнали. Итак, второй раунд. Показалось мне, что не справились там угловые с кровотечением. Остановили. Вазелином замазали нос у Гемонова. Да, там был очень жесткий левый боковой навстречу от Александра Такой Кирьянова. Точный он был и точно в переносицу. Вот сейчас хорошо попадает Гемонов. Ничего не остается Гемонову, как идти вперед. Пытается он поддавливать. И здесь Кирьянов может его ловить, напоминаем. Это представители легкого веса весовой категории. До 70 килограммов, 300 граммов, два российских бойца. Хорошо там вправо зарядился Гемонов. Гемонов, да. Перчатки с красным скотчем. Это Алексей Гемонов. Новосибирск, перчатки с синим. Александр Кирьянов. Воронеж. Попытка тейкдауна была со стороны Алексея Гемонова. Но пока вот первым темпом Кирьянов отзащищался. Но ему вот этот клинч не выгоден. Но в первом раунде, кстати говоря, Кирьянов два раза сконтрил на тейкдаунах. И так были проблемы у Гемонова в партере. Если вспомнить. Получится, да, получится ли у Алексея перевести снова вот сейчас поединок этот во втором раунде в партер? Будет ли у него там преимущество? Да, обои у нас два раунда. Двухраундовый поединок, да, два по пять. Активность нужна, просит рефери. Контроль со стороны Гемонова. И попытка перевода со стороны Алексея, но удалось Александру Кирьянову встать. Коленом так подсушивает здесь Алексей, коротко начинает работать. Колено в корпус в ответ от Кирьянова. И еще одно колено от Кирьянова. Будет ли перевод? Ли? Выше голову, голову выше подними. Вот пока обороняется от перевода. Чуть-чуть больше 3 минут. И разворачивает соперника уже Александр Кирьянов в сетке. Будет ли Кирьянов разрывать клинч? Колено так оттягивает, но пока удар не наносит здесь Кирьянов. Колено уже от Александра. Два боковых слева. Попытка тейкдауна. Через подножку попытался, мне кажется, Гемонов, но не получилось у него. Ну, Кирьяну нужно разрывать клинч, мне кажется, все-таки. Пока ему не может он это сделать. А половина второго раунда уже позади. Нужно работать. Коротко два раза так от Кирьянова. Колено от Гемонова. И колено уже от Кирьянова еще одно. Да, пока у нас очень много работы в клинче. И боковую левой какую сейчас. Попытка, снова попытка перевода. Безуспешная. Чувствовал. Видел этот момент Кирьянов. А успел отзащищаться. Нельзя не падать. Не надо падать. Вставай. И абсолютно справедливо, да, говорят, угловые, падать здесь ни в коем случае нельзя. И здесь уже, кстати, может... Колено от Кирьянова. Но Кирьянов нет, пока не планирует переводить соперников в партер. Пока просто не было мог бы эпизода, да, вот так вот через подножку, еще одно колено в защиту, но плотно. Хорошо. Очень много пассивной защиты здесь от Гемонова. Просто я бы даже не стоять. И все. Вот так вот.
Ну что ж, Александр Кирьянов, яркая заявка. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на 3-й минуте 24-й секунды второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Александр Кирьянов.